Будь Божий с нами, нас освети. Отче, источник счастья для многих, нас уповающих не забывай. В наших сердцах поселитель убогим, благослови нас, счастье нам дай. В наших сердцах поселись ты убогим, благослови нас, счастье нам дай. Отче, избавь нас от всяких падений, душу украсть чистотою Твоей. Дай нам в делах и святых песнопениях больше прославить Тебя среди людей. Дай нам в делах и святых песнопениях больше прославить Тебя среди людей. У нас нету подряд, нету такого. Конечно, ты что, все знаете, это не голова достаешь. Бог есть любовь, какое счастье. Давай, давай, Тарасе, работай. Молодежь. Я скажу, это с вами наш Господь сегодня. Не может. Некоторые не поют, потому что более жалкие. Вот, 156. До мажоре начинаем. Когда я слышу о Христе? Давай. Давай. Когда я слышу о Христе, я сердцем веселюсь и воспеваю в простоте Спаситель мой Иисус. Когда на гром земного зла я сгибнула, глянусь, тогда звучит моя хвала, Спаситель мой Иисус. Ты радость дал, душе удел, и я о том молюсь, чтоб целый мир тебе воспел, Спаситель мой Иисус. Какой я без него утопал, при мысли я страшусь, но ты меня и там взыскал, Спаситель мой Иисус. Я одиноким был, но ты вступил со мной в союз, и сам ведешь среди темноты, Спаситель мой Иисус. Я пред тобою мертвым был, но чуду я удивлюсь. Ты дух мой в жизни воскресил, Спаситель мой Иисус. Я пленник был, ты не забыл меня среди тяжких уз, и от греха освободил, Спаситель мой Иисус. Я знаете, что вот сейчас пока пел, мне пришло. На следующее воскресенье, ну, наверное, не на Рождество, можно на Рождество даже, когда будут прибираться, то сестры, которые прибираются, мы их сюда посадим петь, а мы, братья, пойдем мыть и покажем, что можно мыть и прибираться, не болтолужничая, а еще и подпевая.
А что, я Только никуда сразу не убегать, вам что-то надо. Тут сядете, возьмете книги и будете петь. И будем петь. Великолепно! Аллилуйя! Если так повторится, то тогда я беру вообще на себя всю мойку. Вот там, где Галя, я буду постоянно мыть. Я буду постоянно мыть. А вы только пойте. Пока мне не надоест вас слушать. Потому что раз уж вам надоел, и мы сильно, давайте тогда теперь вы нам будете надоедать. Ну, если не хотят петь все время болтать, значит мы надоели, правильно? Ну я же не могу сказать, что надоели слова Христе. Ну, правильно? Сестра-то Галя пела. Все, принято. Галя обрадовалась. Я когда давал этот совет, думаю, сейчас скажут, а ты какой там. А Галя молодец, хорошо приняла. Все, мои рученьки готовы. Мы мыли тарелки, наши пальчики устали. Моя горлышко тоже готова петь. Отлично. А то они там, я думаю, тоже, что, правда, им там что-то надо, может, туда-сюда. Вот мы и посмотрим. Здорово я придумал. Да. Письмо давай. Я никого не призываю, но я точно могу это сделать.